Хочу вам показать настройку на вашем телефоне, которая есть на любом андроиде, которая вот собирает всю рекламу на вашем телефоне. Вот она, смотрите. И сайты, которые вы посещаете, могут определять, что вам нравится, и в дальнейшем предлагать другим сайтам рекламу. То есть телефон, вы заходите на какой-то сайт, он видит, которую вы информацию ищете, вы заходите, например, на другой сайт, и эта реклама вам выскакивает в виде информации. И вы уже покупаете так товар. Чтобы отключить вот этот вот пункт, чтобы у вас все получилось, сделайте, как я показываю. Значит, смотрите, что нужно сделать. Заходим в Google Chrome. Там, где Google Chrome браузер, в правом верхнем углу три точки у нас вот здесь вот. Нажимаем настройки, попадаем в вот такое вот меню. Здесь нам нужно будет найти следующий пункт, который называется конфиденциальность и безопасность. И вот здесь вот среди многих нет, не конфиденциальность. Значит, заходим в Chrome, настройки, конфиденциальность и безопасность. Все правильно. И здесь нам нужно найти конфиденциальность в рекламе. Вот этот пункт. И здесь реклама, предлагаемая сайтами. И вот этот вот пункт нам нужно выключить раз и навсегда. И тогда вы избавитесь от рекламы, тогда у вас вообще ничего не будет, никаких проблем, и вы будете себя чухать вообще обалденно. Чтобы у вас все получилось, зайдите вот сюда и присоединяйтесь вот сюда. Тут много интересного.